Всем привет! Готовим пирожные молочный ломтик. Очень похож на магазинный вариант, только вкус более приятный, натуральный. Для бисквита понадобится 110 граммов муки, 100 граммов сахара, 100 граммов кефира комнатной температуры, 3 яйца среднего размера, 40 граммов крахмала, у меня кукурузный, 25 граммов какао-порошка, 50 граммов подсолнечного рафинированного масла, 20 граммов меда, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и щепотка соды или на кончике чайной ложки. Духовку включаю разогреваться до 180 градусов. Яйца с сахаром взбиваю 7 минут в светлую пышную массу, которая стекает с венчиков и задерживается на поверхности, не растекается сразу. Взбиваю как для бисквита. Вливаю масло и добавляю мед. Если мед густой, засахарился, его нужно заранее нагреть до жидкого состояния. Соду всыпаю в кефир и перемешиваю. Когда кефир хорошо вспенится, вливаю в миску. Всыпаю соль. Перемешиваю миксером. Теперь смешиваю муку, какао-порошок, крахмал и разрыхлитель. В два приема просеиваю во взбитую массу. Перемешиваю венчиком. Готовое бисквитное тесто выливаю на противень. Противень стандартный, размером 30 на 40 сантиметров. Его заранее нужно застелить пергаментом. Я еще сделала бортики. Тесто разравниваю. Сразу переношу в разогретую духовку и при 180 градусах выпекаю 10 минут. Бисквит оставляю остыть, разрезая его на две половины. И пергамент тоже. Один корж кладу в форму размером 30 на 22 сантиметра. Это не обязательно, можно и на подносе или на подложке собрать. Сразу же присматриваю, какой стороной потом будет удобно положить второй корж, чтобы пирожные были ровные. Теперь я делаю крем. Для него нужно 250 граммов сливок для взбивания жирностью 33-35%, 120 граммов сгущенки, 7 граммов желатина и 35 граммов воды для желатина. Желатин заливаю водой и оставляю набухать. Хорошо охлажденные сливки взбиваю до стойких пиков. Взбивать начинаю на минимальной скорости. Когда сливки начнут густеть, включаю вторую. Перед взбиванием венчики убираю в морозилку на 10-15 минут. Так сливки лучше взбиваются. Добавляю сгущенку, хорошо перемешиваю. Желатин растапливаю на минимальной температуре или в микроволновке до жидкого состояния. Он может быть теплый, но не горячий. Добавляю немного крема и хорошо вымешиваю. Перекладываю обратно в миску и перемешиваю миксером. Готовый крем гладкий, однородный, пышный. Выкладываю на корж и разравниваю. Сверху второй бисквит. Немножко прижимаю, не сильно, чтобы не выдавить крем по бокам. Накрываю пергаментом, тем же, на котором выпекался бисквит. И убираю форму в холодильник на 4 часа, чтобы крем схватился. Теперь можно разрезать на пирожные. У меня получилось 14 штук небольшого размера. За один раз можно 2 таких пирожных съесть прям легко. Шоколадный влажный бисквит и молочно-сливочный крем. Очень нежные пирожные и очень вкусные. Советую вам приготовить. Друзья, на этом все. Удачной вам выпечки и до новых встреч!